личном пространстве может находиться человек без скафандра? Ответ. Ответ. Практически вечно. Алло, привет. Привет. Как у тебя дела? Нормально. Короче, анекдот. Локдаун. Извините, а бар работает? Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик? Кайф. Давай еще анекдот. Меня Люся бросила. Да ладно тебе, у тебя еще 100 таких будет. Еще 100? Господи, да за что? Нормально. Да. Еще один. Да, второй еще один. Танцуют два бегемота. Ты меня любишь? Спрашивает бегемотиха. Конечно, я же целый вечер танцую только с тобой. Это еще не доказательство. А ты бы посмотрела на себя со стороны? Нормально. Отлично. Анекдотом ставлю лайк. Спасибо. Ничего. Дальше. Ничего я не толстая. Мне Саша говорит, у меня идеальная фигура. Оля, он математик, для него идеальная фигура шар. Классный. Да, да. Суара у идеальной па. Погоди. Спасибо, спасибо. Все, мам, уходи отсюда. Дальше. Суара у идеальной пары. Пошла нахрен. Сам иди. Пошли вместе. Пошли. Лайк. Спасибо. У женщины три возраста. Первый. Нервируем отца. Второе. Достаем мужа. Третье. Бесим зятя. Да, именно так. Сейчас смешной. Женская логика. Опоздал и даже не извинился. Ну извини, дорогая. Пошел нахер со своими извинениями. Ну, даже не анекдот, это так и есть. А ты не умничай, ебать. Да, дальше, хорошо. Дальше. Давай поиграем в сексуальные... Стой. Это, если что, анекдот. Давай поиграем в сексуальные игры. Давай. Ты доктор, я больной. Ладно. Здравствуйте, доктор. Хорошо. Классный. Ладно, всё, пошла. Предписывай меня, ДВ. Сегодня 18 стукнуло. Как игра называется, в которую ты постоянно играешь красивый. Я реально не понимаю, ну типа, им реально не смешно с моих шуток или что это за хуйня? Ну типа... В Доте вышел новый патч. Многое добавили, но также многое и убрали. Например, всеми любимый боевой пропуск. Но только не на Epic Loot, ведь у них проходит ZXC-ивент. Настоящий батл пасс для гулей. Выполни всего 60 квестов и получи плечи на СФ за 12 косарей или дека хук на выбор. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала БП по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 800 рублей. Мало? Тогда лови бесплатный временный режим Mid Battle. Попал кайлом по противнику, получил приз. Фарми попытки раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит промо на 15% и на твою дополнительную попытку в Mid Battle. Я себе заказывал похавать и оставил себе на потом бутерброд сочный большой такой. Ебать. Че, реально патч? Патч? Вы обманываете меня. Сейчас, погодите. Хотите, я вам покажу? А, не буду показывать. Вы не заслужили. Но если бы меня не обманули, тогда я бы вам показал свой бутерброд, реально. А так хуй вам. Все. Бля. Алло. Стрим?
Ты тренер? Ты приятного тренер? Аппетита. Все ешь. Бутерброд. С чем? С курицей. Ебать, круто. Да. Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума? Нефть. Тебе нужно отрастить длинную челку, завести аккаунт в Бравл Старсе и играть в Доту. А еще что? Может, волосы покрасить? Торчаться. Можно завести себе двух отцов. И что потом? Ну, тебя все любить будут, особенно... А волосы покрасить и татуировку набить на руки? Ну, когда будешь за СХ-курседом каким-то, так неинтересно. Ем, блять. Ты не знаешь, что такое ЗСХ-курсет? Нет. Знаешь, что такое Shadow Race? Нет. Тебе далеко до Дрейна. Я хочу дрейнить. Ну, блин. Ну, это очень сложно, надо в ТикТоке сидеть. https://vk.com/. Кто такой Shadow Race? Он поет Бравл рэп. А я за ЗСХ-курсет, это кто? Да, пидорас какой-то. Алло. Алло. Привет, зайка. 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 Да ладно, я могу молчанку тоже играть. Поздравляю с победой. Алло. Алло. Я ем вкусный сочный бутербродик. Завидуешь? Да. Да, блядь. Алло. Да что не так, блядь? Алло. Алло. Привет. Привет. А сколько тебе лет? 13. Сколько? 13. А ты знаешь, что такое Никоглай? Тебе. Кто? Что? Кто? Что ты сказал? Кто такой Никоглай? Алло. Я знаю, что такое Никоглай. Алло, кто? Блядь. Кто это? Ну, тиктокер этот, блогер. А сколько тебе лет? 13. Ну. И тебе сколько лет? Requiem https://vk.com/music/album/200056190_135611. Да, извиняюсь. Ты любишь свою маму? Ничего. Да. А папу? Пятьдесят на пятьдесят. А почему это так? Что это такое? А что, ты не договариваешь что-то? Почему 50 на 50? А что маму любишь, а папу нет? Это как так? Мне папа не рожал, типа мама меня родила. Ну и что? Родила. Ну папа тут. Ну папа тоже как бы работал, ну типа. На меня работал. Для тебя. Это не мой родной папа. А родной папа. Ну ладно, папу я, конечно, люблю. Ну вот. А не родной папа, чё его не любишь там? Ну, потому что он не родной. Ну и что? Типа я его... Блин, капец, ну и что такого? Капец, ну а если бы тебе пиздец, не... Пиздец, я даже... А если бы тебе не сказали, подожди, что он... Подожди, стой. Ну давай.
Ну давай говори. Типа я своими глазами видела, как мама мужика меняла как перчатку. Типа я не слепая и не магия. Типа мне было где-то 8 или 9 лет. Да, или даже 7. Капец. Типа я даже его папы не называю. А как ты его называешь? Лёша. Лёша? Да. Капец. Пиздец. Эй, ты чё матюкаешься? Пиздец. А ещё кого любишь? Ой, ну брата этого долбоёба я точно не люблю. А брата сколько лет? Молчи. А старшего брата... А, ну, этому брату моему... Нихуя у вас там сквад, блядь, собрался. Да, продолжай. Ты лагаешь в этом. Тупо Тима, знаешь, реально. Трипла в харде, нахуй. Алло. Долбоёбу. 18. Ага. Что это было? Что? Что это было? А, это было... Послышалось, ладно. Это в игры играешь какие-то? Роблокс. Роблокс, а можешь какие-то гадости поговорить? Не к тачке. Алло. Бля, ебать, курс от лучше. У тебя есть Роблокс? Спасибо за контент. Алло, блядь. Алло. У тебя есть Роблокс? Да. Алло, блядь. Алло. О. Тебе дать мой ник, блядь, пизда. А в ТикТоке-то есть? Да, есть. А видео там есть у тебя? Ник не дам. А, почему? Да, блядь. Да потому что если лицо он там снимает, там лицо моё. И что? У меня тоже лицо своё снимаю. Ну, там почти не моё лицо. Там... Подожди, блядь, да договорить. Там почти не моё лицо, но я в очках. В очках. Я в очках. Ну и чё? Очку. Ты знаешь, кто такой Зе? Ну чё, скинешь? Ну и хочешь. Ты круто, кинь роспись, очку пожи. Алло. Блядь, как я тебе скину? Алло. Да. Что это было? Это у тебя? Сейчас я скажу мне ник. Пиши. Да, я готов. Алло. Алло, блядь! Да пиздец. Я хочу, чтобы она скинула свой ник в ТикТоке, даже пиздец. Бля, у меня еще один кусочек сочного бутербродика остался, парни, я не знаю. Алло. 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 Алло, блядь. Ты не за... Алло. Алло. Пач. Понятно. Я пошёл нахуй, блядь, я заебался. Алло. Алло. Привет. Привет. У тебя голос такой милый, знаешь. Спасибо. А ты ТикТоки не снимаешь? Нет. Странно. Что? А чем занимаешься? Да, Инстаграм листаю, а ты? Моя нет. О, приятного аппетита. Спасибо. А увлекаешься чем? А сколько тебе лет вообще? Откуда ты? Что любишь кушать? Мне 13, я с Украины. А город какой? Киев. А ты? Ты не поверишь. Что? Я тоже с Киева, офигеть. Тут совпало, капец. Ну круто. Да.
Оп. 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 Алло. Алло. Чё, как отдыхаешь в свободное время? Не знаю. А в каком... В каком ты классе? Что? В седьмом. Понятно. Алло. Алло. Биплан. Алло. Доброе утро. Ой, доброе утро, ночь. Ну, пусть так. Угу. Ждёшь патч в доте? Блять, как же вы заебали, дочери, вас дохуя слишком. И чё? Приятного аппетита, кстати. Спасибо, я только что с доты вышел. Доедаю. А, ну, понял, ну, прикол, поняла. Уловила? Ну, алё. Ладно. Пенис. Ты можешь, когда говоришь «ладно», добавлять «ладно, пенис». Ну, типа «ладно, пенис». Значит, я не буду больше говорить это слово. Ну, это моя фишка, короче. Давай зафорсим эту тему вдвоём. Типа «ладно, пенис». Знаешь, прикольно. Что прикольного? Ну, «ладно, пенис». Ну, скажи «ладно». Нет. Да, пожалуйста. На колени. Ладно. Ну скажи пенис. Нет. Бля, я не знаю, ну зачем с тобой вообще разговаривать? Ты вообще не идешь на контакт. Ну в смысле, зачем ты сюда заходишь? Ну потому что я не собираюсь нести бред. Это не бред, ладно, погоди, у меня лучше идея. Нет идеи. Давай, ну почему бред? Ну я придумал прикольную идею. Ладно. Пенис. Видишь? Охуенно же, нет? Пиздец, охуенно. Ну, тебе не... То есть, постой. То есть, это не смешно, да? Нет. Ладно. Ладно. Пенис, видишь? Ну, это же имба, нахуй. Пиздец. Тебе сейчас не смешно, ты просто не шаришь. Типа, это очень смешно. Но потом с возрастом ты поймешь, что это очень смешно, это забавно. Во сколько я это тогда пойму? В 40 лет? Постой, у меня для тебя кое-что есть. Слабо. Ну, блин, извини уж. Ладно. Не извинил. Скажи ладно. Ладно. Пенис. Бля, не знаю, это смешно. Это пиздец, я не знаю. Но это реально смешно, я гений. Ну, типа, скажи, что я гений. Гений. Без нее. Ну да, дотер же. А сколько тебе лет? 16. Тебе 16 лет, и ты такую хуйню говоришь? Типа, ладно, пенис, ты что, вообще больная, нахуй? Ну, считай так. Ладно. Ладно. Пенис. Ты, видимо... Тебе надо, короче, говорить «ладно, пенис», а не ждать моего. Ну, типа, вот так, типа, «ладно, пенис», знаешь? Я не буду это говорить. Почему? Ну, потому что не хочу. Пожалуйста. Без пожалуйста. Ну, хотя бы один раз, ну, тебе жалко? Угу. Ну, блядь, реально жалко, ты угораешь? Я для тебя готов на все, что угодно, реально. А тебе жалко. Например. Ну, все, что попросишь, я буду ready. Алло. Проси что угодно, я сделаю для тебя. У меня ашка закончилась. Ну вот, я могу приехать и новую тебе дать. Ладно. Пенис. Привет. Привет. Кусет, я плачу. Меня отчислили из универа, только твоя роспись может помочь мне в этой ситуации. Слушай, прошу ВК. Ты знаешь, что такое Shadow Race? 3026. Знаю. А знаешь, что такое The Excursed? Знаю. Кто?
Ну, я знаю, что он на Твиче стримит по Доте. За экскурсы на Твиче стримит по Доте? Ну, по-моему, его еще забанили. Но... Понятно. Если не следит. https://vk.com/gul_lll. Слышишь меня? Ну. А ты в Доту играешь? Нет. А в КС? Нет. А во что играешь? Так, смотри. В шашки, шахматы. Так. Стой, стой, а ты когда в шашки играешь, ты, у тебя нет тактики снайп? Нет. В лото. Понятно, это лучшая так тактика. В лото? В лего. Лего, да. Сейчас. Еще на компе, знаешь, вот моя любимая игра, моя веселая ферма 2. Понятно, у меня бабушка в это играла. Вчера, последний раз. Ах, котынку. Чё? Ня-ня, погоди. https://vk.com/blackclover. Нет. Привет, днём. Нет. Паша, получается, ну да, кинь росписи. Нет. ПЖ. Нет. https://vk.com/gamergabra. Я не буду. Я не буду. Я говорил, я не буду делать росписи вам за 200 рублей. Отъебитесь. Алло. Ну. Извиняюсь, мне это, по бизнесу звонили, реально. Чё за бизнес? Да, я аккаунт в Доте продаю. Круто. Хочешь, я продам? Нет. Я тебе скидку сделаю. Не надо. Ты какая-то, не знаю, неактивная. В каком плане я, блядь, неактивная? Завали ебало, я ещё приду. Алло. Доброе утро. Не скучала тут? Пиздец, соскучилась. Какие парни тебе нравятся? Блять, у нас чё, тут АСМР? Чё, не, я доедал. Пиздец. Чё ещё раз? Какие парни тебе нравятся? Так, дотеры с каре. Слабо. Ну это от колы так. Ладно. Ага, продолжай. Ох, нихуя себе. Нихуя себе. Блять, сломай себе пальцы нахуй. Ага. Ну так ладно, ты... Ладно, пенис, https://vk.com/... Ага, кто еще нравится? Ты. Что? Серьезно? Даже подавился. Ну, в принципе, оно и понятно. Я же красивый, умный, замечательный. А еще очень-очень... Я очень... так и сказала. Будь здоров. Ладно. Ну скажи уже. Что? Ну скажи пенис, ну тебе сложно? Да. Ну схуяли, ты угораешь? Ну скажи пенис уже, ладно. Хуй. Блядина ёбаная, ну в чем твоя проблема? Я не понимаю, реально. Просто скажи пенис. Ладно? Что за агрессия? Да ты падаль тупоголовая, в чем твоя проблема реально? Но я не могу понять. Давай, ладно? Ты агрессивный, я... Ну, ладно, ладно, душу. Ладно, я прошу прощения за свои высказывания, реально. Ладно? Не, ладно. Пошла нахуй. Ого, блядь, да что это такое? А, Вася, чувствую аппарат. Что? Хм, Вася, чё за аппарат? А тебе сколько лет? 12.
Что, не веришь? Нет. Хорошо. Нет, не верю. Сколько дашь мне лет? 25. Моей маме 29, ты, блядь, о чём? Спасибо. 29 твоей маме, значит. Да, папе сколько? 36. Хочешь прикол покажу тебе? Давай. Короче, смотри, я сейчас скажу, ладно? Тебе нужно будет искать пенис. Смотри, ладно? Пенис. Вот, видишь, охуеть, наконец-то. Что ты делаешь? А, смотри, мой актер еще. Че? Ну как? Уже нахуй 1600 пробал, отдай роспись, гад. HTTPS двоеточие / vk.chom Да, блядь, завали ебал уже. Не ты. У тебя стенка закрыта, бро. Минус 1000. Спасибо большое за деньги, реально. Алло, алло, я тут. Угу. Чё, как свободное время проводишь? Лежу на кровати. Да ёбаный рот, реально. А чё, нельзя лизать? Не-не, можно. Блять. https://vk.chom/iuiuirtuirtuir А в школе на какие оценки учишься? Я в школе не учусь. А где учишься? Я дома лежу. И не хожу туда. Реально, зачем? Блин, да? Зима, холода. А я думала, салат. Да, блять, куда мне тебе роспись сделать? А, что это звук? Ебанутая, блядь, телка. Да, алло, у тебя есть ТикТок, кстати? Да, есть. А есть видео там? Есть. О, ну скажи никнейм, я тебя найду. Там нет моего лица. Да и чё? Там срестетика. Ну давай, давай. Нахуй тебе срестетика. Я блядь. Люблю, давай. Никто еще у меня этот ТикТок не пришел. Ну вот, я первый, давай кидай. А у тебя есть ТикТок? Да. Али. А, записываешь? Да-да. Деппинс. Угу. Точка. Ага. X. Точка. Ага. Фан 2. Нет. Нашел? Такого. Деппинс. Точка. X. Точка. Фан 2. Ты на русском или на английском писал? На английском. Подожди. Погодь. Ой, буква Б первая, а не Д. А. Все равно нету. Beppins.x.fan2. Угу. Ну да, напиши бисера плетение 0.80. Это не мое, если что. Че? Ну я так... Блять, подожди, я зайду на этот ебанский аккаунт. Не мой. Напиши бисера плетение 0.81. Что за хуйню тут выкладывают? Ой, есть куличку. Тут есть лица. Может, ник свой скажешь, блядский. Ну я, блядь, что сказала? https://vk.com/exifusion Ага, что еще скажешь? Не знаю. Долго тут общаешься с людьми, сидишь, реально? Ну, давно. Ага. А ну-ка, постой. Понятно. Встретила кого-то тут интересного. Куда? Куда? Да не, ну парень, ну реально прекращайте. Ну типа, ну,
хватит реально. Ну, 15 тысяч за день, я считаю, это нормально. Все, парни, закругляемся, закругляемся, закругляемся. Хватит, хватит, хватит. Да, блядь, да ёбаный рот. Ну, я не хочу, ну, я не хочу. Супер нужный челепни на стенке пшка https://vk.com/обсчуры. Да не хочу. Да не хочу реально. Лучше оцените сниппет. Бля, я ебанутый, это реально психофон какой-то, ебаный рот, реально я ебнутый. Я психуя сосал, реально. Так, ладно. Гадем, алё. Алё, привет. Слушай, сниппет оценишь? Ты нахуй. Ой, блядь, извиняюсь. На, приятного прослушивания. Я буду форсить свою хуйню, короче. Бля, реально, я буду вместо росписи эту хуйню кидать. Да, да, спасибо, спасибо большое. Всем спасибо за донаты, парни, всем спасибо за донаты. Вы лучше это, лучше тиктоки снимайте под это, под звук музыки этой крутой. Реально, а не хуйню занимайтесь какой-то. ВК сломался, нахуй, да у меня, блядь, открытый профиль, последние бабки 7 я отдаю, https://vk.com/. Пиздец, лучше б шоколадку себе купил, все. Вентилятор пытается. Не, алло, привет, девочки, сниппет, оцените трека моего будущего, реально. Чё? Сниппет, оцените. О, нихуя себе, кто-то залил даже. Кого засунет? Смешно. Сниппет, оцените. Давай. Пишите в ютубе, вот готово. Пиши в ютубе. Чё писать? Вы английский знаете? Да, ёбаный рот. Чё? Частенько закрыто. Бля. Ла, иди нахуй. Вы заебали. Алло. Да ё... Ай, морозный привет. Черемихой! Чир! Дингал! Цицикутак! Цицикутак! Не, я это не могу прокомментировать. Не сегодня. Hello. Ёб твою дивизию. Чё такое? Я обосралась. Чё, неужели мой голос настолько противный? Не, просто слишком. А я ещё и треки пишу, прикинь. Да, я громкий просто. Да ёбаный рот. Да ёбаный рот. Да я ебал, да. Блядь. Да х... Парни, реально, ну и всё. Ну я... Да, блядь.